Всем доброго времени суток, друзья. Вот наконец-таки немножечко выдалось времени и постараюсь снять для вас расклад на интересную тему. Звучать она будет так. Ваша семья, какая бы она должна была быть в жизни и что пошло не так? Семья имеется в виду именно создание своей семьи, то есть не мамы, папы, бабушки, дедушки, а именно создание вашей семьи. И как бы не сложилась ваша жизнь, наверное, у многих возникало все-таки такое вот, да, попытка осознать себя, возникала такая мысль, когда человек думает, а вот как могло бы сложиться, вот как могло бы быть. У кого-то, может быть, предел мечтаний достигнут, и все как хотелось, так и сложилось. Так, конечно, такое тоже бывает, и я желаю максимально всем, естественно, реализации ваших мечтаний, самой счастливой только семьи, которая может быть, но не всегда и не у всех все идет как по маслу. И иногда человек действительно пытается рассмотреть, а могло бы как-то сложиться иначе? А вот какая должна бы была быть семья? А бывает такое, что все настолько хорошо, что что бы ни сложилось по-другому, это было бы хуже, да, и человек может говорить, меня устраивает именно то, что у меня есть, и я бы не хотел, чтобы как-то складывалось иначе. Но в любом случае, я думаю, что тема глубокая, тема интересная, она затрагивает вроде бы и сферу отношений, и вопросы судьбы, и вопросы предназначения, то есть такой вот универсальный солдат, скажем так. В любом случае, давайте посмотрим. У нас сегодня будет три варианта, выложим мы на замечательных миражах сейчас. Таро «Долины миражей» с золотым срезом у нас участвует, и мы выкладываем на нем три позиции, из которых вы, соответственно, будете выбирать свою. У нас сегодня замечательные три яблочка. Участвуют в раскладе тоже это изумрудное, цитриновое и рубиновое яблоки. Давайте посмотрим сейчас, что они нам расскажут, на какую позицию, какое яблочко у нас выпадет. Рубиновое, изумрудное и цитриновое яблочко на третью позицию. Смотрите, вы можете загадывать позицию по порядку выкладки. То есть первый, второй, третий вариант. Просто по варианту. Может быть, для кого-то актуально загадать цвет яблочка. Может быть, для кого-то вообще главное руководство – это руководствоваться потоками. То есть ту позицию, которую я буду открывать первой, которую я буду открывать второй, третий и так далее. Здесь как вам больше нравится, так вы, соответственно, и загадываете. А я как посчитаю – нужным, так и буду открывать. Для тех же, кто хочет получить на эту или другую тему индивидуальный расклад, в пункте 3 прикрепленного комментария ссылочка на видеоролик, в котором объясняется с уважением к вам подробно, как именно обратиться для того, чтобы получить индивидуальный расклад для себя. Также примеры раскладов, потому что иногда спрашивают, а вот что такое обычный расклад, а что такое большой. На канале в раздел плейлисты заходите, и там есть плейлист «Большие расклады на разные темы». Вы можете даже просто выбрать, отправить ссылку и сказать, я хочу вот такой же расклад. На каких условиях я могу его получить. Так тоже можно именно для того, чтобы вы понимали, какие бывают расклады, эти образцы и выложены. Но все расклады, опять же, спешу напомнить, по умолчанию делаются по закрытой ссылке. И ни одного расклада по открытой ссылке на канале нет. На открытие ссылки, на который бы был, не было бы разрешения хозяина этого расклада. То есть, если человек разрешает, то выкладывается по открытой ссылке. И не все расклады, то есть только те, которые я считаю интересными для того, чтобы их показать. И если человек говорит о том, что да, я хочу, чтобы мой расклад увидели другие люди и посмотрели на него как на образец, только тогда он открывается. В другом же случае расклады все делаются только по закрытым ссылкам. Ну и сегодня еще раз напомню, первый, второй, третий вариант для тех, кто выбрал у нас вариант номер. А давайте третий вариант, наше замечательное цитриновое яблочко, что оно нам сегодня расскажет. Какая могла бы быть ваша семья? Ну, вы знаете, такое ощущение, что вот как сложилось, так оно и должно было быть по судьбе. И она могла бы быть именно такой, какая она и случилась. В данном же случае, помимо того, что есть определенное судьбоносное и кармическое влияние, можно сказать еще и то, что вам по судьбе были предначертаны определенные расставания, то есть могли быть жесткие достаточно расставания, расставания, в которых задействована финансовая часть, и такое ощущение, что человек в моменты разводов или просто прекращения отношений очень серьезно отстаивал то, что касается его финансового благосостояния. И вот этот момент, он здесь достаточно четко, достаточно жестко проявляется.
Давайте посмотрим, какая должна была бы быть семья в целом. Но очень многое реализовалось. То есть это та семья, те отношения, в которых вы могли достаточно жестко самоутверждаться. И может быть определенная форма соревновательности между вами и мужчиной или между вами и женщиной. То есть этот расклад универсальный. Он и для мужчин, и для женщин. Поэтому здесь карты говорят о том, что могли быть или случились уже отношения, в которых вы могли пытаться не то чтобы доминировать, но очень четко выражать свое «я» и повышать свою самооценку. И может быть из-за этого отношения определенные и распались, или стали более холодными. Это очень четко отображается здесь. И карты говорят о том, что для вас всегда должно было быть гораздо больше значащим действие, которое происходит в отношениях, чем просто пустые разговоры о том, о сём, о пятом, о десятом, о каких-то перспективах, которые неизвестно еще будут реализовываться или не будут реализовываться. И смотрите, ну вот здесь вот ощущение такое, что в отношениях либо мало эмоций, либо вы очень серьезно умеете в любых отношениях свои эмоции подавлять. И именно поэтому ситуация вам дается, когда надо ставить вопрос ребром и решать какие-то вещи достаточно жестко. По идее, по судьбе дана возможность договариваться, идти друг другу навстречу и, знаете, отстаивать свою позицию, свою эмоцию весьма и весьма не то, это не эгоистичность даже, да, а когда мы четко понимаем, что мы готовы отдавать, чего мы отдавать не готовы. И вот здесь всегда даются те отношения, в которых вы можете трезво, именно на такую очень ясную голову договариваться еще до того, как начнутся отношения, или даже в процессе вдруг начать договариваться, это для вас действенный метод. Семья также может быть, в которой либо есть препятствия к рождению детей, либо может быть ситуация, когда откладывается по каким-то причинам деторождение. Причем, если даже вам 80 лет, и вы смотрите сейчас этот расклад, как расклад о своем прошлом, например, то здесь карты ложатся, которые говорят о том, что в семье, в которой вы вступили бы, да, вот именно какая могла бы быть, могли бы быть задержки по деторождению, могли бы быть какие-то факторы, которые бы откладывали именно реализацию сферы материнства на достаточно долгие сроки. И вот здесь вот иногда такое ощущение, что ну вот мне 30, а мне 40, а вот надо мне, не надо мне детей. Вот эти моменты могли бы рассматриваться, если бы не случилось того, что случилось в вашей жизни. А может быть именно так и произошло, потому что сфера достаточно трудная для рассмотрения этого расклада. И здесь говорится именно о том, что очень много разума в отношениях, очень много включения безэмоциональных анализаторов, которые как у вас, так и у вашего партнера могут иметься. Что пошло не так в данной ситуации? Слишком много, либо случилась какая-то обида, то есть может быть были партнерские отношения, в которых можно было бы договариваться, в которых можно было бы что-то выстраивать достаточно оптимально, но пошло что-то не так, когда один человек обидел другого, и вот эта обида могла перевернуть у кого-то с ног на голову просто и отношения, и в целом всю жизнь, и восприятие межличностных отношений и отношения к браку в том числе. То есть вот эти моменты могли здесь случиться и достаточно ярко, достаточно четко. Давайте попросим у карт для вас предостережение и совет. Смотрите, здесь вот карты говорят о том, что если есть сейчас какие-то отношения, то ставить на них крест окончательно пока смысла никакого нет. Но также и полностью доверять, открываясь тому человеку, который находится рядом с вами или находился, тоже не имеет большого смысла. Здравый подход. Если какие-то есть спорные моменты, то обязательно проговаривание таких моментов и объяснение того, что вас не устраивает в том, что происходит между вами. То есть здесь вот настала пора не уходить из отношений, а может быть, доругаться каким-то образом. Или когда отношения были в прошлом, не нужно было их просто рвать, а нужно было остаться и объяснить свою позицию. Может быть, начать заранее объяснять свою позицию для того, чтобы человек вообще понимал, что что-то не так. Потому что здесь может быть такое, Маринка такая странная, собрала вещи, встала и ушла. Это что вообще произошло? И человек не понимает, что до этого 5 лет, например, вы вынашивали вот это несогласие какое-то, что внутри что-то бурлило, что с каждым эпик-фейлом в отношениях обида нарастала и охлаждались чувства.
чувство, и что на определенном этапе просто рвануло. То есть вот эти моменты здесь есть, которые говорят о том, что да, расставание при том настрое, который был с вашей стороны, оно временное или постоянное, было просто неизбежно. И от того, что многие молчали, возможно, и возникли вот эти проблемы. То есть здесь пока что совет не ставить крест либо на том человеке, который есть с вами, либо если этого человека нет, то вообще на своей личной жизни крест ставить не надо. А нужно уметь спорить без перехода на личности, и нужно уметь доказывать то, что вас не устраивает во взаимоотношениях с мужчиной или женщиной. То есть говорить на берегу и обозначать свое согласие или несогласие с какими-то вопросами, в том числе и в создании семьи. Тогда это будет иметь лучшие перспективы. Вот такой совет от карт. Пользоваться советом, не пользоваться, я всегда говорю, что это исключительно личное дело каждого человека, и заставлять вас пользоваться советом, конечно, никто не будет. Но оцените степень своих страхов и волнений. Не слишком ли здесь вы распереживались по тому поводу, который может считаться и может видеться другим людям как незначительный? Да, у вас вот видите умение объяснять, говорить, умение показывать на примерах, может быть, третьих лиц то, что не устраивает. Ну и для кого-то здесь, к сожалению, та ситуация, когда пришлось или придется переживать в том числе и вмешательство третьих лиц в ваши отношения. Для тех, кто выбрал у нас позицию номер раз, давайте послушаем рубиновое яблочко, что оно нам расскажет. Какой могла бы быть ваша семья? Ну, знаете, здесь могла бы быть большая семья. То есть здесь говорится о том, что могли быть родственные связи достаточно тесно развиты, которые касаются троюродных, двоюродных, пятиюродных, там, сестер и братьев вашего супруга или вашей супруги. Здесь вот такое ощущение, что могло быть достаточно много легкого взаимоотношения, много общения, много людей вокруг, много детей в семье. То есть вот могло бы сложиться именно так, и могло бы быть вокруг вас постоянно какое-то общество. Может быть, у кого-то так и сложилось, может быть и нет. Но в любом случае давайте рассмотрим в более таких вот внятных тонкостях, как все могло бы происходить. Здесь даже две какие-то карты. Ну вот смотрите, здесь ложатся такие карты, которые говорят о том, что для того, чтобы сохранять традиционную семью, дом, для того, чтобы сохранять брак, совместное проживание, пришлось бы мириться достаточно со многим. То есть здесь такие моменты ложатся, которые говорят о том, что пришлось бы мириться с определенными обидами, пришлось бы, возможно, знаете, вот бывают такие ситуации складываются, когда и жена, и любовница одновременно беременны и рожают практически одновременно. И вот здесь могли быть как раз такие истории. Для какой-то Марины и для Зины или Загиды, вот какие-то такие вот имена, Залина, может быть, имя еще, для них вот это актуально. То есть могло быть такое, что вы забеременели и узнаете, что любовница беременна, например. Или вы, допустим, живете с женой, и тут узнаете, что любовница беременна, но при этом и жена, соответственно, тоже может попадать в эту же ситуацию. Либо беременность, когда один из пары ее не хотел. Вот такое может быть, называется «я очень хотела детей, поэтому у мужа ничего не спросила и на всякий случай забеременела». Вот такие вот моменты могут быть. И именно поэтому могло бы быть много детей. Если вы на это не пошли, если вы решили все-таки как-то разговаривать, как-то договариваться, как-то пытаться все-таки семью строить на взаимном согласии, то такой сценарий, естественно, мог не разыграться. Но в любом случае здесь через преодоление каких-то обид, и называется, мы переживем много и будем прощать очень много или мириться просто с очень многим для того, чтобы сохранять официальный статус семьи и не нарушать традиции, там, не разводиться для того, чтобы семья не распадалась. Вот такие вот моменты есть. Но здесь очень традиционные какие-то такие моменты. И здесь очень хочется сразу сказать о том, что все могло бы быть, то есть могли бы жить большой семьей, могли бы жить там, уважая взрослых, ездя к тёще, к свекрови постоянно в гости, общаясь с многочисленными родственниками, но выбрали ли вы этот путь, это уже другой вопрос. Я здесь предвижу, что будет, конечно, определенное количество гневных комментариев и скажут, почему я должна терпеть там чьи-то родственников и так далее. А здесь вопрос в том, что как могло бы сложиться. Если вы не хотите терпеть, вы можете не терпеть. Давайте посмотрим, что пошло не так или вообще, что пошло отлично от этого сценария. Ну, здесь есть просто, скажем так, насильственное прекращение данной ситуации. И здесь мог проявиться
достаточно жестко, эгоизм, который остановил то, что происходит. Здесь может быть женщина, которая может сказать: нет-нет-нет, второго, третьего, пятого ребенка я рожать не буду. Мне одного хватит, я напереживалась, настрадалась так, что увольте, я больше этого, на это не пойду. И здесь есть определенный ступор из эгоизма. Либо человек может сказать: не, я к твоей маме больше не ногой, мы туда ездить не будем, потому что. То есть здесь есть физическая причина искусственной остановки, когда вы своей волей останавливаете жестко и говорите: я так не хочу, я в этом направлении больше идти не буду, я туда не пойду, это не мой путь. То есть вот такой вот выбор с вашей стороны, который может очень четко, очень жестко обозначить ситуацию. И просто прекращение, волевое прекращение этой ситуации, оно не просто само прекратилось, это вы, скорее всего, прекратили и выбрали другой путь, ну поэтому что-то пошло не так, а по-другому. Не так это не значит плохо, не так это значит, ну скажем так, не по клише, не по заранее продуманному плану со стороны судьбы. Для вас давайте предостережение и совет. Ну, смотрите, для вас как раз-таки, в отличие от предыдущей позиции, нет никакого смысла сидеть, выжидать, пытаться давать еще какое-то время, наблюдать за тем, что происходит назад. Ну, буду вести наблюдение, может, два раза побил, третий раз не побьет, там, или я терпела, может, еще потерпеть лет 7, а там уже все нормализуется, а там и на пенсию выйдем. Нет, вот здесь как раз-таки та ситуация, когда терпеть не надо, и, возможно, ваше жесткое прекращение какой-то ситуации или обозначение вашего несогласия с тем, что происходило, оно сыграло как раз-таки хорошую роль. И вот это здесь отображается вполне себе внятно и адекватно. Карты говорят о том, что вам не надо бояться жить по-новому, вам не надо бояться проявления инициативы, если вы четко знаете, вот называется: я загорелась, я хочу вот так, а я хочу, чтобы вот у меня одна дочечка была, но при этом я хочу работать, и я хочу идти своим путем, или я хочу открыть свой бизнес. Да, вы имеете право и на такое движение. То есть вам лучше, вам виднее сейчас, и вам нельзя как клуша сейчас сидеть, причем клушей может быть хоть мужчина, хоть женщина. Вам нельзя сидеть и размышлять, и думать, просто посидеть, ждать. То есть чем больше вы пассивно будете ждать, тем более пассивными и будут события, которые могут в вашей жизни происходить. То есть их не будет в основном никаких. Это ощущение болота, если вы сами искусственно не начнете определенное движение. Поэтому здесь инициатива приветствуется, но инициатива такая, которая будет вам по душе, которая реально вам будет приятна. Причем эта инициатива не обязана быть какой-то слишком открытой. Вы можете просто молча взять и начать делать то, что вас устраивает. То есть не спрашивая у кого-то разрешения, не пытаясь там доругаться с супругом или с супругой, объясняя, что ты понимаешь, Сережа, я так больше не могу и так далее. То есть молча взять и начать делать то, что вам нравится. Например, ну нравится вам румбу танцевать, и вы пошли учиться вне зависимости от того, разрешили вам, отпустил вас муж или жена, или не отпустил. Просто вы понимаете, что там вот в те моменты, когда вы находитесь, когда вы занимаетесь этим делом, вы счастливы. И вот в этом и будет, соответственно, ваша правильная реализация. Поэтому отстаивать вашу позицию, отстаивать то, что хочется вам, то, что вы действительно можете воспринимать как ваш собственный путь. То есть не бойтесь противоречить кому-то, бойтесь потерять себя. Это самый главный фактор. Для тех, кто, естественно, выбрал у нас позицию первое, второе, третье, компот, она же кэп-очевидность у нас. Ну и здесь смотрите, у вас жизнь полная страстей могла бы быть. Это могла бы быть и страсть, и могла бы быть любовь взаимная, но затмевающая разум. Вот такие моменты здесь есть. И здесь ложится определенный аркан, который говорит о том, что слишком много горячности могло бы быть в вашей семье. Очень много обид, которые в том числе касались бы и перерасчета, и подсчета денег, финансов, и решений, на кого тратить, куда пойти и так далее. Но вот у многих, да, такие же страстные отношения, как и бурные страстные расставания. Причем по судьбе могла бы быть ситуация схождения с одним и тем же партнером. И партнер либо моложе вас, либо партнер чуть менее зрелый эмоционально. Вот такое здесь тоже может быть. И может быть у кого-то такая ситуация, когда распадаются отношения по судьбе, но потом мы возвращаемся, называется, ну мы из-за ребенка, мы ради ребенка, я вот Леночку не могу без папы оставить. То есть вот так вот получилось, поэтому мы исходимся. Вот такое вот схождение, либо из-за чего-то, что нажито непосильным трудом, всеми в комплекте, да, называется. То есть называется, мы жили-жили, мы столько сделали, мы вместе сделали этот ремонт, как же мы теперь будем расходиться? Нет, или вот он скучает по ребенку, он приходит, и я не могу ему отказать, потому что он отец. Вот такие вот моменты, но
Смотрите, опять же, карты говорят о том, что перспективы взлетов и падений – это не та жизнь, которая была бы, да? Здесь форматы материнства, реализации как отец, как мать, рождение детей – все в личной жизни, в семье предусмотрено. Но какими-то вспышками, то есть вот называется, родился ребенок, праздник, там, мы будем там радоваться какое-то время этому событию, потом наступает кризис. И вот такое ощущение, что постоянно по какой-то спирали, постоянно идут эти отношения, они возвращаются в какой-то момент в ту точку, с которой начинались, потом опять раскручиваются и начинаются новые витки. Какими-то витками, шагами, спиралями, страстями идет жизнь. То есть ваша семья может, причем восстанавливаться, либо образовываться новая, либо восстанавливаться даже с тем же человеком, с которым она уже у вас была, и это может быть достаточно явно. Могло бы быть реализовано, ну, реализовалось или нет, это вам виднее уже по варианту. Давайте посмотрим, что еще. А вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что очень много страстей и очень мало коммуникации. То есть мало разговаривали, мало открывали друг другу душу, мало понимали друг друга. Потому что человек может жить рядом, он даже, то есть есть мужчины такие, которые спустя, допустим, 10 лет проживания с женщиной не знают, какой у нее размер кольца или какой он был хотя бы на момент, когда они начинали свои отношения. Не знает, какие цветы любит там его женщина. Или женщина не знает, что ее муж любит из, ну, из блюд каких-то приготовления, да, из еды, что он любит поесть, вот что ему вкусненько, да, например. И вот это отдаляет. То есть были страсти, например, была постель, были какие-то такие вещи, а бытовые, интересные и задушевные, простые такие вот крючочки информационные, познания партнера, вот это не происходило. Мало разговоров, мало коммуникации, мало обмена информацией. Вот что здесь идет. Опять же, по судьбе, не то, что по судьбе, а какая могла бы быть, да, вот какая могла бы быть. И страсти, вспышки, между которыми слишком ровные чувства. А также у кого-то вмешательство. Вмешательство мужчины, знака Земли или огненного знака, и такого состоявшегося и состоятельного. У кого-то имя Валерий, у кого-то Виталий проходит имя. Но и в любом случае здесь, кстати, вот о чем речь. Здесь могла быть ситуация, когда у мужчины дети от предыдущих браков. Но здесь мог быть брачный союз, причем неоднократно восстанавливаемый. Что пошло не так? Случился обман, случилась, может быть, ситуация с излишней дипломатичностью. Нет, это не дипломатичность, это обман, это витание в облаках, это закрытость. Называется «я буду молча тебе делать назло, но не скажу ни слова». Вот ты пришел, не туда поставил туфли там или не помыл свою обувь. А я пойду тебе, там, я не знаю, твою пену для бритья выдавлю в ящик с трусами. И вот, знаете, это молчаливое какое-то противостояние, какая-то такая вроде бы и не война, но молча борьба, называется «ты делаешь». Не так, я тебе буду постоянно симметрично отвечать, делать гадость, но не говоря за что. То есть может быть такое, что, например, хоть женщина, хоть мужчина может допускать, да, такие вещи. Например, с вами супруг молча перестает разговаривать, не объясняя, в чем дело. Или вы, например, берете и начинаете готовить то, что он не любит, в наказание, в назидание. А человек не понимает, что происходит. Он думает, у вас крыша едет, что вы ненормальная. Или вы думаете, что он ненормальный. И в итоге получается такая ситуация, когда, прикрывая свой обман, человек начинает отмалчиваться и делать какие-то вещи назло, называется, а ты сам возьми за меня и реши, что происходит. Нежелание брать ответственность. И вообще реально могли столкнуться с обманом, который очень жестко ударил по вашим эмоциям, по вашим ощущениям этих отношений. Вот это здесь отображается четко. Так, давайте посмотрим. Предостережение, совет. Смотрите, это не те отношения, в которых нужно рвать все абсолютно, что происходило между вами. Это не те отношения, в которых нужно, когда уже произошла обида, начинать высказывать правду в лицо, там, говорит, да ты свинья, тебя потником воняет постоянно, да, когда ты с работы приходишь и так далее. То есть это не та ситуация, когда надо говорить человеку гадости, даже если эти гадости являются правдой. Если вы хотите еще эти отношения сохранять, то особенно официальный какой-то разрыв, развод, подписание бумаги, которые бы рвали отношения между вами, они здесь не нужны, то есть с ними стоит повременить. И как бы странно ни звучало, но в этом случае лучше всего отдать пальму первенства и лучше разрешить взять инициативу в свои руки мужчине, потому что в данном случае
Здесь вот, ну, такая история, когда мужчина, может быть, эту ситуацию решит лучше, чем женщина в том, что происходит между вами. Либо идти по мужскому сценарию, когда женщина может понимать, как обычно действует ее мужчина в этих случаях, и либо поддерживать его действия, либо занять точно такую же позицию, какую занимает обычно в этих ситуациях он. Ну, опять же, здесь вот, да, видите, мало взаимообмена информацией, мало коннекта какого-то. И вот этот коннект, он на самом деле очень нужен, потому что без него очень-очень трудно будет выстроить отношения. И здесь нужно позволить мужчине ощущать себя мужчиной. То есть тому, кто сильнее, ему нужно позволять эту силу свою показывать, ощущать, но не в ущерб вам, не в убыток вам. Показать силу – это не значит дать жене в глаз, как только ты пришел с работы. Это значит, что дать мужчине, может быть, похвастаться какими-то своими достижениями, может быть, его похвалить за какие-то, ну, пусть небольшие, но тем не менее, плюсы, достижения. То есть если вы с этим человеком находитесь, значит, какие-то плюсы все-таки в нем есть. И об этих плюсах нужно не забывать говорить. Вот так. Такая вот здесь ситуация. Ну, вообще такой достаточно сложный психологически получился расклад. Однако я думаю, что тема, которая многим будет полезна и, возможно, поможет взглянуть на себя, на своих партнеров со стороны для того, чтобы лучше понимать, что происходит между вами и почему есть определенные трудности во взаимоотношениях. Ну, а у кого нет трудностей, я только хочу пожелать им счастья и благополучия и, естественно, пожелать, чтобы этих трудностей и не возникало никогда, чтобы отношения всегда были гармоничными, хорошими, добрыми и, естественно, чтобы в этих отношениях и вы, и ваш любимый человек были счастливы. Я всем желаю удачи и благополучия. Для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад в пункте 3 прикрепленного комментария, ссылочка на видеоролик, в котором рассказывается, как вы можете получить расклад для себя. Ну и, конечно, на все адекватные комментарии я поставлю сердечки защиты, которые будут оберегать вас в тех ситуациях, в которых вы оказались, если в этих ситуациях вы правы. Я желаю вам удачи, до встречи, до свидания.